немножко расскажите, вкратце, да, когда это случилось, сколько, что вообще произошло? Мы еще не знаем причины. Конюха позвонили, сказали, что дым откуда-то повалил. Очень быстро все загорелось. Вот, все, что спасли. Но самое главное, лошади не пострадали, их вывели всех. Никого не было, то есть только были работники, они лошадей кормили. Ну, сгорело все административное здание. Вся амуниция, там склад у нас был большой амуниции. Ну, самое главное, что у нас теперь, ну, это получается, сам клуб сгорел. Конюшню будем восстанавливать, будем крышу новую делать, стены будем восстанавливать. А с клубом не знаю, что делать. С самим клубом, да? Ну, у нас 80 детей занимается. Сколько, было сколько очень человек? 80 детей. Где теперь нам обитать, неизвестно. У нас некоторые лошади застрахованные, но лошади не пострадали, все как бы в порядке. Ну, встань. Есть же вариант возьмите вообще. Да мы, вы знаете, мы только вот новый ремонт сделали, проводку новую сделали, все абсолютно новое. Мы как бы еще не занимались страхованием. Еще в планах было. Мы все готовились, у нас в том году сено в это же время сгорело на поле. Мы только-только вот восстановились, так скажем, коней восстановили поголовье. И тут опять такое. А сами не предполагаете, что может начинать сгорать? Специалисты установят. Я даже не знаю. То есть у нас все новое абсолютно было. У нас автоматика тут. Ну, должно было, если даже что-то замыкание было, должно было все подключаться. У нас, не знаю, 15 лет все работало без сбоев. Я не знаю, что могло произойти. По подсчетам приблизительно можете прикинуть, сколько это деньги? Все, вся мебель, аппаратура, компьютера, амуниции только одной. Мы в этом году по грантам купили много амуниции. У нас склад был на втором как раз этаже, вот это вот как раз, которое